Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Считали? Да. Я не знал, что считается сегодня. Удивительное дело. За год вперед назначено мне было считать это, и совпало один к одному. Это еще раз убеждаюсь. Именно момент такой. Я каждый раз прошу, напрягите память, и отсюда пойдите другими. То, что вы сейчас услышите. Здесь ничего не открыто нового. Но Златоуст не пропускай ни одного слова. Сколько здесь тайны сокрыто. Ну, ни худо, ни бедно. Я этим занимаюсь 60 лет. 60 лет не выпускаю Библию из рук. И ночью, и днем она у меня открыта. Но я сейчас не по порядку читаю, так как знаю, где сразу нахожу. И здесь вот пришлось долго смотреть. Что такое овцы? Вам рассказывать не надо. Пастырь пасет который. Написано дверь. Значит, где загородка, там одна дверь. Я это знаю. Называется кошара. Где находятся овцы. С этой кошарой борются. Жители Киргизии, которые в горах пасут, они знают, как сохранить овец, как ягнят. Но власти придумали, что плохо им, делаем хорошее. А хорошее стоит хороших денег. И они всех предупредили. Такого-то числа, чтобы у вас было сделано вот проект. А что он сделает, когда он не видал бумаги-то еще? И там что началось? От государства. Приезжают, ломают там, сжигают. Берите наш товар. Овцы наружу остались. Доступны всякому ветру, зверю. И хозяин их не может сохранить. Теперь надо посмотреть, а зачем это сказал Христос? Значит, овцы – это пасомые мы. А кто пастырь? Господь. А как он пасет? Вот теперь в самую точку мы должны попасть. Сколько будет, которые будут называть себя христианами сегодня? В одной Америке 21 тысяча разных названий называются деноминации, конфессии. Нет этого слова в Библии. Есть истина и ересь. Это все еретики. От чего пошло? Главный толчок сделал Мартин Лютер. 1517 год. Вот когда еще было. И теперь все они делают по-своему. Мы смотрим, а предсказано ли было, что это будет? 20 глава, 29 стих Деяний апостолов, говорит апостол Павел, по моем отшествии, как он идет, Павел, восстанут злые делатели. Будут говорить превратно, то есть извращенно, чтобы увлечь за собою. Я все, которые из секты существуют, и новые, ну хорошо их знаю, с ними беседовал, оттуда люди приходили. У нас здесь есть от баптистов пришедшие, от адвентистов, даже от свидетелей Иеговы. Хотя их так не назовешь, а свидетели сторожевой башни. И вот здесь, когда начинаешь смотреть, зачем вы отделились от церкви? Потому что церковь пала. Пала. А когда мы считаем Матфея 16 и 17, говорится, Господь, я создам, она если не была в будущем, церковь мою, не церкви, а церковь мою, и врата ада ее не одолеют. А кто врата ада? Это все гонители, все, которые извращают Слово Божие, и не одолеют ее. А считаем в 28 главе, уже 18 стих Матфея, он говорит так, и все, то есть вот я с вами, во все дни до скончания века. Если он во все дни до скончания века, а к 1517-му отошли, то это уже не церковь была. А если то да, пало в последний день, он не мог узнать, даже всю церковь на всем земном шаре мы не знаем. Надо там побывать, посмотреть, там Африка и другие континенты. И вот теперь, когда мы заглянем туда, оказывается, многим хочется попасть к овцам. Говорить превратно, чтобы овцы сделались буйными и сказать, ты нам не нужен, пастырь, пойдем за другим. И они пытаются перелезть Индия.
Интересно, бабушка одна знакомая здесь, она все толковала, говорит, вот еще Индия придет, вот тут написано. Индия, то есть в другом месте. Забор высокий, гладкий, чтобы волки не могли перескочить туда. Они подрывают тогда под низ. Ловите нам лисицы или лисенят, это вот они подрыв это делают. Что же они делают? Христос говорит, что пастырь ходит двери. Я посмотрел все толкования, какие люди дают, и нашел, что все толкуют одинаково. Дверь есть священное писание. Священное писание. Не по писанию заходят. По писанию всех никаких не может быть. Они не имеют власти никакой перелазить туда. Ну, понятно, они сектанты, и разговоров нету. Но мы-то православные. Я поставил перед собой задачу осмотреть себя. Это самая полезная работа будет. Нас туда запускать-то можно или нет? И мы-то не против ли пастыря идем? Ну, давайте просто так вот. Здесь вот, сегодня мы собрались, там какое, 12 марта 23-го года. Так 2000 лет-то позади. Когда к Господу приступали какие-то люди и спрашивали, он говорит, как считаешь? В другом месте, как написано? Если подошли православные, ну, 200-300 лет назад, как считаешь? Что считаешь? Грамоты-то не было. И не знали, и Библии не было. Ведь это про нас все написано. Сектанты знают, они учат. Вот наши ходили, они там как раз, ну, любят адвентисты седьмого дня, будущее. Вот они, сказал такой-то Даниила, 7 глава, сколько бабушек есть, каждый листает Библию, так и шора стоит. Ну, я сейчас говорю, ты ни одна из вас не возьмет и не пролистает. У нас и не принято это. Понимаете, мы проигрываем перед сектантами очень сильно. Очень сильно. И вот если рассматривать сейчас начать, надо вернуться к первоапостольским временам. Был ли вот этот, так, у христиан, как у нас алтарь? Не было. А что это вредно? Начально, когда князь Владимир принял это, Софийский собор, вот такой уровень. Выше нету. Все остальное открыто, что он там делает. А у нас священник больше половины один там прячется. В буквальном смысле. За дубовым воротом, да еще иконы навешаны, звук почти не проникает. Зачем? Не изменить, но мы давайте взглянем один раз, кто мы. Я не против алтаря, я согласен на 100%, и хорошо, и соборы говорят, нельзя туда женщине заходить. Все это понятно, но надо на понятном языке. Господь говорил, его понимали люди, да, он не на немецком, не на английском языке разговаривал, на родном еврейском, да еще с тем диалектом, они его признавали своим. Маленько охали где-то, может быть, говорили, и речь твоя, ты галилеянин там, на апостолов. Но мы-то знаем, что Иисус разговаривал на родном разговорном языке, его все понимали. И он спрашивал их. Мы-то не понимаем. Наше положение аховое просто. У нас столько всего, чего никогда не было нигде. Не было. Вот возьмите, сейчас вот мы с батюшкой не один раз говорили. Совершайте, прошу. Помни, что я не отвергаю, я просто рассматриваю. Квасной должен быть хлеб, просфор она печет, или пресный. Когда Господь был, говорит, и был день опресных. Вот черным по белому написано. Католики все эти опресные. Православные, дрожжей надо добавить, как будто что-то готовят пироги. А зачем, я спрашиваю? Ответ есть. Потому что нам нужно живое, а тесто мертвое. А тут оно поднимается и пыхтит, слово стоит. Распыхтелись. Ну, Господь же сказал, и дальше как, дал хлеба, переломил, преломил. Не там пикой, там режет батюшка, вынимает частицы, ничего этого не было, никаких просвор не было, обыкновенная лепешка. Он ее преломил и дал, и сказал, съесть тело мое. Это тело его. А потом дал чашу, чаша по кругу. А у нас не так, руки сложил, мы в руку ничего не принимаем. Во времена Златоуста это все было. И причастие давали в руку положил. Выпил, это еще при Златоусте было. Изменил он, Иоанн Златоуст. А почему некоторые колдуны стали добавлять к своему колдовству то, что телом называется, чтобы больше огорчить Бога, чтобы сатана явился. Но изменили, не изменили. Как пользовались, так и за щекой, что угодно можно вынести. По порядку. Вот Слово Божие, как апостол Павел приходил, когда, говорит, ты продолжил Слово до заполночь, до рассвета. Там Евтихий такой еще упал. Ну, у нас, если проповедовали, тоже, может, упал бы. Но милостью Божией у нас 13 лет терпел. Так что молитесь за упокой души.
Да упокоит его Господь, терпеливого такого епископа. Милостью Божьей я хочу посмотреть, как. И вот мы туда бьемся тоже, в семинарии, чтобы иметь доступ к овцам, к этим. Овцы-то какие? Захудалые. И Василий Великий говорит определенно, что пастырь наш, если не проповедует, так же одетый ризой, так же поглощен и так же безгласен. Суть идол. Идол. А Иероним Стридонский еще больше говорит. Если не учит, погибает, это антихрист в рясе. Мы боимся этих слов, а они записаны в житиях святых. Я насчитывал их. Занимался много лет, составлял симфонию. Я могу каждое слово доказать. Сейчас иногда спрашивают, а где вы это взяли? Я показал, сразу заглохло, ничего нет. Я назову книгу, какой параграф, какая страница. А что нам делать? Для себя хотя бы знать. Повторяю для себя, чтобы, когда раздается голос ату, казни его, чтобы туда свой голос не поставить. А это мы уже рядом стоим с этим. Вот смотрите, вот заходим в трапезную. И у нас лежат книги. Этого нигде, ни в одной церкви нету во всем мире. Во всем мире 2000 лет этого не было. Каждая книга, а это 30 томов открытым оком, милостью Божьим я автор, каждой книге в среднем 3000 ссылок на Писание. 3000 выдержки. Ну, 30 лежит, 3 умножьте на 30-то. Куда оно потянет? Так это надо знать. И оно легко дается, потому что конкретный вопрос по событиям дневным. Библия дает ответ на всякую политику, на что бы люди ни делали, у нее на все ответ. Но надо знать, где. Ну, ты зашел в аптеку, не знаешь, где еще написано, на латынском языке. Ну и что, походил, да и... А тут лекарство твое, живительная влага. Так мы пришли сюда. Вот я начинаю сначала. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, Дух Божий носился над водою. Вопрос стоит, а откуда вода взялась? Нигде. Когда ее сотворили? Что, она вечно была? Бог не начинал творение. Тайна по сегодняшний день. И Дух Божий носился. Перевод наш, русский, который есть, синодальный, самый лучший за 2000 лет из всех мировых переводов. 4 духовные академии работали. И отдавали присутственных дней. В синоде было только 3 дня. Один день посвящался рассмотрению поступающих систем перевода Библии. Какие переводчики были? Сегодня, говорит, таких вообще нету. Природное там, или евреи, или принявшие православие, как Хвольсон, Даниил Абрамович. Это надо все помнить. Не прикасайся к Библии. Библия наша самая лучшая. Сегодня под нее со всех сторон подкапывают священники. Ветхий Завет не считайте. Это легенды Ветхого Завета. Прямо с кафедры. И с кафедры они поносят Слово Божие. Не будет Слова Божие, мы будем валяться. И мы будем валяться. Вот люди приходят к саддукеи. Саддукеи – это сектанты. Они 11 книг выбросили из Библии. И вот у нас там 7 братьев было. Доказать, что за смертью ничего нет. И как она осталась живая, один брат умер, а 7 братьев по одной брали. Да уже второй будет бояться ее. В ней смерть. Нет, они 7, как слепые. 6 его уже похоронили, 7 туда лезть. Зачем? Женщин не было там, что ли? Там женщин вдов была полная страна. Воевали-то вручную, 1000 убитых было. Что, обман? И вот с этой ложи, ну а там, когда воскреснут, кому она будет принадлежать? Ну загадка вообще-то. А Господь им сказал, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Причина-то в этом. А как? Ну вы еще признаете, ну мы только признаем Пятикнижие, Моисея, Тору. Открывайте. И открывает. Считайте. Господь говорит, я Бог Авраама, Исаака, Якова. Считали? Ну и что? Он не сказал «буду» или «был», а «есть». Если у тебя 3 сына и 2 погибли, ты говоришь, я отец одного сына. Тех нету. А Бог говорит, я сегодня написал «есмь». То есть они у Бога все живы. Друг на друга посмотрели, покачали головой. Самое простое доказывается и самое сложное. Как тысячелетнее царство. 72 места приводится. Я беседовал с сектантом. Они 3 места остановились и... Ну, у Христа там 3-4 пришествия, только 2 будет. Первое было, второе будет. И в любом вопросе, с чем мы туда пришли, мы тоже претендуем на слушание ваше. Я тоже лезу в эту овчарню-то, в эту кошару, чтобы вам дать. Значит, в первую очередь сравнить с Библией. Не ссылаться на авторитет ни одного святого, ни одного канона, если они противоречат Библии. А поэтому Библию ты должен знать так, как знал и Кирилл Иерусалимский. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Это значит, должен научить сначала их.
сам сверить, ну и понимать, что они понимают, о чем речь-то говорит. У нас сейчас, скажи, что батюшка говорил? По слову Божию или нет? Или я сейчас? Мне легко доказывать. Я воспользовался своей глухотой. Библия лежит прямо на алое. Приходит брат, вы ему верите. Он не выдумывает, прямо считает. Так, чтобы вот двое стояли, один ему считал, а другой разъяснял. Сегодня я не встретил в интернете нигде. И слово Божие в забвении. Так. Один тут самый популярный сегодня священник, звать его Андрей, не буду фамилию называть. И вот он недавно говорит, и раз, коснулся Слова Божия. А то вообще нету. И все сразу говорят, это вы его книги подарили, у него мои книги стоят на первом месте, видно. Наверное, начал он все-таки касаться Слова Божия. Не знаю, но очень похоже, близко. Выступает там и говорит, ну, всея Руси был Андрей такой, тоже Андрей, диакон. И тоже местами берет это. Не знаю я, берут они, считают или, похоже, не считают. А если бы считали, они бы испугались. Мы сейчас вот посмотрим конкретно, что рассмотрим, православных. А потом посмотрим католиков. Это в одно занятие трудно сложить, но все-таки я попытаюсь Словом Божьим доказать. И оказывается, все неправы. Все до единого. И почему говорится, нет праведного ни одного, все согрешили, все лишены славы Божией. Ну возьмите, мощи, где мощей нету? Почему мощи называется, я вчера говорил, почему не называется труп? У нас отрезан труп, труп. Да как это? Даже нет слова мощи. Ну, на святых говорит труп. Да Господь себя трупом назвал, где труп, там появятся орлы. А дальше, считаем мы 12 глава Откровения, говорит, и убил двух пророков, это Енох и Илья, и трупы их бросил на улицах. Ну какая-то Матрона, ну не выше же она всех апостолов и Христа. Ну сказать труп, это сразу станет на место все. Разве это нужно? Господь говорит, прах ты. Нет, я надушилась, макияж сделала там. Прах со всеми этими твоими красками. И в прах возвратишься. Пройдет сколько лет, и ничем не отличишь. Те же самые химические элементы, которые превратились в землю. Все. Помните это. Мы с мощами запутались в дребезги. Вся мощь в мощах. Вот один проповедник говорил, простые дни, храм пустой, но привезли там руку или кого-то Спиридона, там тапочки, да по всей, на пол города идет. И каждый год с него тапочки снимают, и куда, никто не бывает, но кто-то меняет ему, нет, говорит, это он ходит, помогает, когда и стирает за год. Житие святого Спиридона. Это надо все придумать. Вот этот святой, этот святейший, вот этот великий, Библия так не учит. 1 Коринфянам 4:5 говорит так, что «Никак не судите прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке, и тогда будет похвала каждому». Тогда. А нам как наказано? Считаем Иисуса Навина 1:8 говорит, «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы исполнить в точности и быть благоуспешным в делах твоих». Почему? Тимофею, в первом послании, 4:16. Апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение. Сравнивай, какое отражение. И поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Разве будут так пастыри делать? Мне вчера один пишет, у нас архиерей приезжает. Архиерея редко мы видим. Ну, а можно я ему записку подам? И скажу, владыка, у нас совсем не проповедуют. Я говорю, можно, и мы обязаны это сделать, хотя бы предупредить. Вы, пастырь, как вы будете отвечать? Одна душа по твоей небрежности погибнет за тот, всей жизни тебе, о, священник, не хватит рассчитаться с ней, потому что за ней умирал Христос. Чтобы сотворить вселенную, миллиарды звезд, Бог сказал, да будет. А чтобы спасти одну душу, он должен был воплотиться, терпеть страдания и умереть на кресте. Это одна душа так стоит. Поэтому слушайте внимательно. Внимательно, а потом переслушайте еще раз. У нас книги лежат еще на столе. Это все будет изъято. Уже мы прямо при дверях где-то рядом стучит. Уже объявляют, что первосвященника положили, это вот, евреи там, уже коров нашли, специально выращивали. Рыжая корова должна быть и принесена в жертву, и пеплом кропить. То есть третий храм построенный. И в Америку съездили раввины еврейские, исследовали тщательно, под лупу. Ни одной волосинки нет. И сказали, готово. Они очень скрупулезно смотрят. Нам учиться надо у них. В данном случае это... То есть они не приняли его. Это не своевременно. Но однако, какая забота.
Как они заботятся? И как они везде? Шма Исраэль, то есть слушай Израиль. Почему у нас не говорят слушай Россия? Слава России, слава Украине. Все смешали с грязью. Какая же слава? Ты по порядку перебери женский, мужской пол. Ведь кроме греха ты ничего не найдешь. А те, которые в церковь-то ходят, что они знают? Я говорю, в церкви вставал все время у Покровском соборе, у дверей. Мужчина зашел. Мне надо, я говорю, не разговаривай, сейчас Евангелие читает. Он поставил какой-то длинный промежуток, сказать, читать. Он говорит, этот Иван еще долго будет петь. Евангелие читает, долго ли этот Иван будет петь? А что, я пришел, земельки надо, мне на могилу матери сказали-то, чтобы она упокоилась. У нас все придумано это, знаете как. Вот будет Лазарева суббота перед самым воскресением. И что в Лазареву субботу? Рыбу нельзя, а икру можно. Я думаю, ну почему так? Оказывается, рыба – это гроб. А икра – это Лазарь. Икра дает жизнь. И Бог дал ему жизнь. И поэтому мы этого Лазаря-то съедим, а гроб оставим. И когда разговаривают, вот, ну что, ну на Пасху-то. Яйца, поздравляете яйца? И будто бы Мария Магдалина поздравила яйцами, крашеное им сделалось. Я говорю, сырое оно было или вареное? Никто не знает. Если это было вареное, ничего не значит. Только маленьким цыплятам надо нарубить и отдать. А если живое, тогда да. Она гроб, оболочка, и он воскресает оттуда. Это здорово придумано. Ну, что ее женщину, незнатную, и там... Император Всемирной империи принимал, и с ней, ну, бросьте вы играть, выйдите к президенту нашему. Да, в Алтайском крае губернатору-то своему надо сколько записывать, тогда отпустят, нет. Я в краевой администрации имел связи, поэтому проходил свободно. Краевой прокурор. Мужчина говорит, а вы откуда? Я говорю, от прокурора. А я второй год сижу, никак не могу попасть. Под секретарям толкают везде. А я говорю, я в день два раза могу приходить. Почему? Это чудо Бог сделал такое. Сердца людей располагает. А мы к Богу как? Напрямую. Да еще не вы, а ты. Вот какие мы близкие Ему. Мы в молитве утром и говорим, Господи, рожденным свыше, водимым Духом Святым, исполняющим Твои заповеди, Ты дал дивное название, избранные и святые. Помоги нам оправдать это. Мы избранные, много званых, но избранных так мало-мало. Званых – это кого Слово Божие достигло. Но кто откликнулся? Кто пришел? Вот что это все означает? Иногда дверью Господь себя называет. Я дверь овцам. А здесь прямо Писание. Поэтому Писание надо знать и входить только дверями, это, которые открывают ворота. Открывают. И тогда с овцами можно разговаривать. Да, спереди он не пойдет, это у евреев так, а мы сзади овечек подгоняем. Все надо рассмотреть. И вопрос, я овца или нет? С кем я провожу время? Куда меня тянет? А вот женился, и житья нет никакого. А почему ты на волчице-то женился-то? Почему не нашел овечку-то свою? Ну, маленько-то по сумму. В один день он такой стал у тебя, или ты, я вышла за него, он оказался такой-то. Почему ты за волка-то вышла? Почему всю жизнь мучаешься-то? Вымолила от Бога это или не было? Важнейший шаг в жизни человека – это женитьба, не считая, ты обратился к Богу или нет. Дальше семью сосать – это самый важный вопрос. Какие будут дети, какие заработки, какие друзья, какое здоровье – все от этого зависит. Мы говорим, у нас все зависит от Господа нашего Иисуса Христа. И Он нас в свою общагу взял. Мы сейчас несколько мест Писания посмотрим, и будем дальше определять, где мы находимся. Иеремия 2.13. Слушайте внимательно. Поверьте, это Слово Божие, Библия открыта. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Меня, источник воды живой. Вот она вода-то где. Он вечный. Господь говорит, народ мой. Это овцы, которые уже. И два зла на нем. По каждому делу, куда угодно мы пойдем. Искать будем. А помолились ли? И спросили ли благоволение Божие? Меня все вводят по-разному. Еще в учреждениям медицинским где-то. Я смотрю, как будто весь город больной. Девятиэтажное, семиэтажное здание, и все забито.
И врачи-то лечат, самого главного не касается. Происхождение болезни-то откуда-то, может быть, намек есть, что-то делал не так. Господь, почему и спросили они, кто согрешил, он или родитель. Они не стали говорить, к какому там относятся разряду врачей. Он или родители. Так он не мог согрешить в чреве, не мог, тогда остаются родители. Но в данном случае это слава Божия. Когда мы это начинаем рассматривать во свете Библии, приходится попятиться от своих званий. Да так ли это в самом деле? Мы сейчас несколько мест посмотрим, которые нас на ноги поставят, лежащих. Дальше. Два зла мы разобрали. Оставили о себе водоемы разбитые. Книги, газеты, телевидение, все смотрят. Вот у нас используется интернет очень хорошо. Утром мы начинаем молиться ровно в 5. В 4:40 встают люди, звонок, дозвон называется где-то, кому-то назначено, утренние молитвы я считаю, вдвоем, брат мой Владимир считает, псалтырь, потом молитвы, которые, ну и потом каждый говорит аминь. 2 часа проходит, опять дозвон, больше нигде нет, торопитесь, я сколько раз напоминаю об этом, притом Слово Божие у нас разбирается, растолковывается по святым отцам почти на каждый день. Как были, так и есть. Позаботьтесь. Завтра будет очень поздно. Когда Диоклетиан пришел к власти, казалось, он победитель, новая власть, он первым делом ударил по христианам. Арестовать всех священников и в отвал. Отобрать все книги в отвал. 4 эдикта сделал. И последний эдикт. Указ президиума. Где встретишь христианина, никуда его не веди, на месте убивай. Что у тебя в руках есть? Палка какая, ведро, кастрюля, бей его. Половина имения твои будут, половина государству. Что началось здесь? Почему? Язычество издыхало. Итак, и чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И мы знаем, что это уже, не считая Ликиния, зятя Константина Великого, все уже подошло к развязке. И поэтому мы знаем, будет гонение, и весьма большое, и будет начертание на щело или правую руку. Мы знаем, что это отречение. Приготовьтесь, испытайте себя. Сколько бы ты ни постился, но все равно умрешь. Будут уговаривать, будут пытать. Святые, которые претерпели мучения, но не казнили их. Они говорят, если бы и мы были в последнее время, не устояли бы. А мы-то совсем ничего не испытали. Одно какое-то слово сказал, все, спрятался, разговаривать не буду, своей дорогой пойду. Никуда не пойдешь. Сегодня мы коснулись этой общарни. Я об этом могу говорить, потому что отец у меня пас овец. Нападали волки. И мы с отцом выходили, он зарядит ружье, одна рука у него без дроби. И мне дал выстрелить. Я когда боялся темноты, и он дал выстрелить. Эта темнота была расстреляна, и больше я никогда не боялся ее. Выходили, на коленке стану, даст ружье, и вдоль, где овца... А вот выскочили 3, и все утром зарезаны, лежат одни шкуры. Видимо, их там не один волк пришел. Это все про нас говорится. Да я не думала, я пошла. Пошла и не пришла. Зачем же ты пошла туда? Среди ночи поднимают одна руку и голосует. Я могу сказать, ни одна мусульманка за 1400 лет так не сделала. Она знает, нельзя одной никуда. Я когда прочитал, как к стоматологу ее привели, отец не один пришел, а с братом. И оба сидят, руки положены на кинжал. Подбородок, чтобы ниже пальцем не коснулся ее нигде. Да не может быть, может быть. А у нас где она бывает, где учится, где ночует, куда пошла. Мы виноваты во всем. И поэтому надо рассмотреть. Самое драгоценное – это дети. Поставь над ними охрану. Лучше воспитание, чем потерять, трудно найти. Все верующие смотрят. И то смотрят, что темняется, и все еще катаются на велосипедах. А когда они занимались Словом Божьим, не знают. Мне надо ехать, постучался, рановато, еще спят. Прихожу через полчаса, все разошлись, никого нету. А когда же молились-то? Вопрос стоит. Мы должны сокращать время везде, кроме молитвы и чтения Слова Божия. Вот 2 момента нашей жизни, где Слово Божие заставляет нас вникать сюда, в себя и в учение. Итак, мы считаем Слово Божие сейчас, Иеремия 17:13. Мы себя просто рассмотрим во свете Библии. Так у нас называются все наши каналы. Ты, Господи, надежда Израилева.
Все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Там говорит, оставили, что... А здесь имена не в книге жизни, а на прахе, на пыли. И ветер дунул, пыль сравнялась, ничего нету. Записан я у Господа или нет? Эту задачу надо разрешить сегодня, не завтра. Потому что и раскрыты были книги, и одна книга жизни, и кто был написан в ней, тот войдет в рай. Если мы там не написаны, там все наши имена многократно повторяются, но наше имя, видимо, высветится как-то. И нам это будет показано. И дано будет новое имя, которого никто не знает, и мы его не знаем. А какое имя? Прозвище было на земле. Много плакал, его назвали там такой-то плачливый. Другое там что-то у него другое было. И мы, это Столпник, Семен Столпник. Какое-то прозвище нам дают здесь или нет? Или другое скажут. Хоть меньше будет греха одного человека, избавил Господь нас. У нас не могут различить еще суждение, рассуждение с осуждением. Человеку расскажешь, вот так не надо. А что ты судишь? Бог сказал, не судите, не судимы будете. А я говорю, а Иеремия знал? Иезекииль знал? И считай, 3.18. Он определенно говорит, ты видел брата, означает и сестру, согрешающую, если не предупредил, они погибнут, но кровь этого человека я взыщу с тебя, с твоей головы. Но если ты говорил, они не послушали, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. Слышали? Значит, надо уметь отличать. А который, моя хата с краю, ничего не знает, тут не пройдет. Тебе было безразлично, что брат погибает или сестра, и ты ни разу не пришел, не поговорил. Да молился ли ты днем и ночью? Вот подходит сестра, ну, едут куда-то кто-то, и уже это тебе задача. Ночью я встал, я обязательно вспомню, просили молиться. Он приезжает и говорит, знаете, у меня такие трудности были, и откуда спасение пришло? Я про себя могу сказать. Я на корабле плыву, и там двое согласились меня убить. А я сижу, готовлюсь сдавать экзамены в высшем мореходном училище. В этот вечер моя жизнь бы там окончила. Ну, двое, рот заткнули, за борт кинули, ищи, свищи. И в это время жена капитана приходит развешивать белье, багерская рубка. Не там, откуда, это случай, когда там сломано, задней частью, а тот командует, куда повернуть. И они отказались. И когда я уже увольнялся, один из них подошел ко мне, Владимир звать Одессы. Если бы корабль в тихую погоду стал качать, я бы меньше удивился. Он, гляжу со слезами, стал говорить, мы хотели убить тебя, приходили. Я говорю, а за что? За что? Бабка у меня была верующая, ходила. И она все знала, куда я хожу. Отец проводник был, офицер, у него портупея, ремень. И она ему жаловалась, он меня лупил. Я сказал, вырасту, буду искать верующих, буду мстить им. А ты приехал-то куда, в Латвию? С Одессы приехал и нашел меня. Но суть самое главное, там один мужчина сидел в лагерях и только что вернулся. Вернулся, я его видел, высокого роста латыш. Он пришел и говорит, а где этот братик? Я у них был там. Ну, говорит, в море где-то. Я не знаю, что у меня душа болит. Давайте помолимся. Я когда сравнил часы, когда было то время, когда они зашли в рубку. А он лютеранин, видимо. Незнакомый человек. Он почувствовал это. Что мне грозит смертельная опасность. Я не могу никогда забыть его. Воздай ему, Господи, в будущем веке заботой твоей. А нам, если позвонили, беда какая. Так вы не забывайте, да, беда такая. Беда прошла, и скажи, все, вышли из этого состояния. Да, горело, потушили. Мы сидим, обедаем в лагере. В это время звонок. Челябинская, кажется, область. У нас раскрыли крышу, и такая туча грядет. Помолитесь, чтобы как-то, ну, все размочит. Мы ложки сразу положили, и давай молиться. Вечером он сообщает. Вот чудо-то, Бог сделал как окно, везде хлещет, а здесь ни одной капли не упало. Это как Бог делает? Это у нас было крещение, когда было, с Артисом две сестры приехали. Казалось, никак, дождь моросит, стали креститься. Как будто кто разогнал и все. Так Господь, когда слышит нас, Он отвечает нам на самые простые молитвы. Вот не дает Господь, не настаивай. 2-3 раза помолился, да будет воля твоя. А потом изредка напомни, Господи, я вот очень хотел этого. А ты не знаешь, что это будет. Он говорит, у меня детей не было. Я просил. Просил, и Бог дал. Я говорю, что да зачем же я просил?
Он на работе подходит ко мне и говорит, я говорю, о чем ты заботишься? Я ищу, кто бы убил сына моего. Один шпах по крану, стрела вот так, до конца дойти, бутылку взять. Он дошел до конца, разворачивался и разбился. А другой каждый день отца бьет и терзает его. Выпросил. Он нужен тебе. Он, я говорю, домой не хочу идти. Вот какое дело-то. Я еще раз напоминаю, мы православные, нам дано больше всех в мире. Посмотрите на изображения, какие у нас, какие святые. И мы подражать будем тому, что сходится со Священным Писанием, чтобы точно ворота. Во врата войти это по Писанию. Что не по Писанию мы делаем, это не войдет туда. И вы сами по своей жизни там разберитесь, когда будете с родственниками, когда будете разговаривать, какую они над вами власть имеют. То есть определиться надо определенно и четко. Надо это или не надо. Почему, говорит, и продавали имение, и к ногам апостола все ложили. Посмотрите лишние там фужеры, что можно продать где-то маленько. Да в дело-то Божие ты и вложи, а ты спроси, куда надо. Надо куда? Господь укажет. Нам Господь указал, мы трехтомник переиздаем. И речь шла не о двух рублях, а о миллионах. И издали. Теперь осталось привезти только. Это третье издание. Первое было 1000, второе издание 2000, а это 5000. Так что помолитесь тоже об этом. Потому что нас уже спрашивают. Вот такой-то приезжает где-то там архиерей. А я могу подарить его трехтомник? У меня есть. Можно. Мы дарили. Один раз, когда священникам здесь архиерей, ну, какой-то у них как покаянный или что-то там было. И мы буквально у дверей стояли по выходе из храма. И мы подарили 125, кажется, комплектов каждому священнику. Безвозмездно. А не было бы ничего. Вот которые книги лежат, это ну, 5 книг. Для Слова Божия нет уст там. Это Бог делает. И поэтому вы участвовать в этом не можете, а помолиться можете. Потому что это такую даль вести, а книги изданы где-то около Москвы, Можайск. Это же не просто так. Ну и ясно дело, что мы большую часть можем теперь жертвовать. Только в одних поездках мы подарили 650 комплектов полных книг. Нам обошлось 35 миллионов рублей. Почему нас Бог так обильно благословляет? Отовсюду идут просто сведения по интернету. Вы наш отец. Мы уж 5 лет как обратились всей семьей. Мы были такие-то, стали православные. Понимаете, на небе радость бывает. Не то, что вот мы здоровые, а если какая душа, когда драхма найдена, отца потерянная возвращена, и бывает радость на небесах. Без молитвы мы ничего бы не сделали. Совершенно незнакомые люди помогали нам. Помогали средствами, принимали мать, где мы были. Ну, все страны Европы прошли, Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. Бог положил на сердце, купили новую газель. Это я все обношу к тому, что от Бога или не от Бога. Так, 1 Коринфянам 2.11. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. А Дух Божий показал нам на странице Священного Писания. Вот я священникам когда говорю, а вы верите, что Бог будет судить нас по Слову Божию? Как? Ну, 12.48, Евангелие от Иоанна. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. А раз оно в последний день судить будет, я понял, мои знания никому не нужны. Я должен все оставить. Я книжки связал и в подвал. Я батюшке говорю, ты, батюшка, помнишь вот этот у нас здесь написано? Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Если мы прибавим, лжецом будешь? Ну да. А зачем же ты прибавляешь в алтаре слова к Слову Божию? А где? Отче наш. Давай, считай. Он считает. Я говорю, сейчас смотри, ибо твое есть царство, и сила, и слава аминь. А ты как сейчас? Ибо есть твое Отца и Сына и Святого Духа. Зачем туда вставили-то? Это добавление к словам Божиим. Ну, не я же вставлял. Это не ответ. Я знаю, что так и будешь. Ну, по-другому тебе нельзя, иначе тебя там запретят или что-то. Хотя запрещать некому. Ну, хоть маленько шаг-то один сделайте, что мы боимся Бога. И везде при том, во всех храмах. Зачем добавили по сей день? Я понял, когда считал, историю изучал, арий напугал. Он Троицу не признавал. И слово Троица везде понатыкали, где сроду и не надо даже. Ну, молитву зачем? Ты просчитай, Отче наш, и дальше просчитай
10 раз. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ну зачем 5 слов раньше, когда втиснули? Когда вот мы считаем от Божьей Матери, честнейшую Херувим, сколько раз. Я сказал, так на меня поднялись тут. Посчитайте, как она сказала. А потом сколько? 9 раз? 9 раз честнейшую Херувим пропойте. Ну рядом прям пропойте. Нет, надо эту молитву ее по частям разбить и везде вставить это. Я не знаю, почему не ревнуют об этом. Я об этом говорю не без содрогания. Бог сказал, не прибавляй. Всякое Господа чисто. Значит, добавляешь, оно уже не чисто. Вот вывод-то какой. Это про нас, православных. И мы с этим лезем в алтарь, мы в овчарню идем. Это ведь о нас все говорится. Будут говорить превратно, чтобы увлечь за собой учеников. Не надо этого бояться. Если ты боишься боязливых участь в озере огненном, никого не бойся, ибо я с тобою. Так о нас мало. Много там, где Господь присутствует. А где много и Бога нет, это труха одна. Ветер дунул, ни одного нет нигде. Я свидетельствую об этом. Еще раз прочитаем одно место. Матфея 22:29. Мы хотя знаем, мы отсюда прочитаем. От чего люди заблуждаются. Прочитай минимум 2 раза. 22:29. Иисус же сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Еще раз. Иисус же сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Вот причина-то какая, это про нас говорится. Не добавляй, мы добавляем. Вникай в себя и в учение, учения не знают. Книги наши лежат, повторяю, аналогов в мировой литературе никогда их не было. Стихотворения-то такие мои, но люди находят в них сегодня такое, с третьего раза можно прочитать. И напротив каждой строчки, а их 36 в одном стихотворении, а стихотворение 3467, место писания, глава, стих, из какого взято. То есть надо Библию открыть 36 раз. Это Бог мог сделать только, человеку-то непосильно. Я их своими даже не могу назвать. И называю не стихи, а проповеди в стихах. Через них сколько людей пришло. И поэтому пока можно... Пока есть возможность, позаботьтесь, чтобы ваша душа получила это сокровище. Это у нас совсем-совсем мало остается, их пересдавать никто не будет. Вот мы пересдали трехтомник, все на этом. Ну, от силы, может, к истинному православию там, это еще, может, 1000 издать. Деяния 14:23. Я хочу указать, что мы не правы. И мы дадим пример людям, чтобы каждый себя исследовал. Мы сейчас до сектантов еще дойдем. Так что батюшка был бы, еще продолжала служба. Не так и долго, я говорю. Так, Деяния 14:23. Деяния. Да зачем туда? Деяния впереди. 14:23. Так, это Евангелие. Да, Евангелие Матьяна. Это как-то у отца Кирилла я был, у него тоже по-нашему сделали надписи на стенах. И сколько было там, допустим, 14. И в каждом написанном я нашел ошибку. Ему высказал. И он сразу же людям сказал, вот какой батюшка хороший. Говорит, вот это Игнатий сказал, говорит, если бы вы считали, нашли бы. Приклеили, больше ни разу не прочитали. Вы хотя считайте, что у нас везде есть. Минимум 25 выдержек. А в трапезной там вообще у нас все обклеено. 14:23? Да, 14:23. Это обращение к протестантам. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Вот у нас Петров пост идет, он для того, чтобы благословить на проповедь. А у нас никого не посылает и постится. Он лишний, он ничего не значит, этот пост для нас. Ну, только что может телу облегчение. И здесь определенно говорит, рукоположив. А теперь рукоположи 2 Тимофею 1.6. Это сектант. Кто рукоположил? Никого, самозванцы. Числа, 16 глава. Дафана Вероны Корей. Не покоряется ему. Ну, я однажды, когда в университете еще занятия, доску, грифель расчертил, а у нас там юристы приходили, кого только не было. Первое, преступление, наказание. А дальше преступление. Ну и наказание, 10 суток. Ну, это такое, что-то сделано не то. А вот это год, два, три, 10, и, наконец, расстрел. Показывает, что там-то с малолетними. Живем в ад! Такой статьи нету. Она есть. Единственный раз люди, которые отошли от Моисея и говорят, а что,
Мы такие же, почему ты над нами командуешь? Он говорит, завтра Бог покажет. Дафана, Верона и Корея, у них свои сотрудники были, уже все они сделали, чтобы отделиться. Это протестанты. И когда закричал народ, когда стали провалиться, живьем с шатрами, со скотиной, и ушли живьем в преисподнюю. Больше не... Это самый страшный грех отделения от церкви. Нас Бог пока бережет. Вы не развешивайте уши, где не надо. От православия двинешься в сторону, вообще ничего не будет. Вот дальше мы считаем. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Значит, дар Божий дается через рукоположение, когда идет апостол, рукоположили епископов, те епископы других, и так дошло до современных. Это уже так. Сохранили рукоположение, кератонию, католики, православные, григорианы, армяны, копты и сирийцы, все пять, больше нету. Все за этим кругом, это все самозванцы. Это последователи Дафана, Верона и Корея. Другого нет ответа. Я их не обзываю, ничего. Но это так. Они отделились от церкви. И вот здесь 8 глава Деяния апостолов. Вот послушайте, как было. Доказательство этому. Нас Господь побуждает сегодня разобрать, где мы находимся. Чтобы в двери входить, не перелазить через забор. 8. Деяния 8 глава, с 14 по 16. Там впереди написано, что было. Вот восьмая. Какая глава? Восьмая глава. Ты восьмую открыл? Вот восьмая глава. Значит, дальше надо смотреть. Сколько? 14? Да, 14-16. 8-4 сначала прочитайте. 8-4. Между тем расстоявшиеся ходили и благовествовали слово. Которых разогнали и не стали прятаться, они ходили. Ну, это как костер, когда разбрасывают, ну, а дальше загорается от него. И они ходили и благовествовали. Мужчины, женщины. Написано, мужчины, мужи, поднимайте руки без гнева и сомнения на всяком месте. У нас тут, поднимаешь, уже сомневаются. А почему ты поднимаешь? Повеление Божие. Запрета никакого нет, что батюшка понимает, а я не могу поднять. И я могу. У нас сестры поднимают. А почему женщины? Когда говорится к мужчине, в данном случае касается и женщины. Это жития святых, святой Агафьи. Всегда простирали руки. А у нас это как? Ну, мы только в трапезной поднимаем, и сестры поднимают руки. Без гнева и сомнений. И понимаешь, у тебя гнев и сомнения. Без гнева и сомнения. Это побуждает за языком следить. Считаем. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Да. Тут обратились люди... В Иерусалиме самая сила сидит апостолы, рассеявшиеся благовествуют, Филипп проповедует, и люди массово обращаться стали. А апостолы в Иерусалиме, и кто-то пришел и говорит, а вы знаете, вот там Филипп-то, диакон-то проповедует, там столько людей обратилось, да вы что? И они сразу откомандировали туда Петра и Иоанна. Зачем? Духа Святого никто не получил. Они идут только от рукоположенных, и поэтому хоть на иных языках, там пятидесятники кричат, беснуются, это не от Бога. Вот где от Бога. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Зачем которые... послали-то, когда все нормально? Обратились люди. Да обратились, а Духа Святого нет, они завтра все обратно уйдут. Которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Все, не могли сами помолиться? Филипп не мог? Нет. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Во имя Господа Иисуса. А Духа не получили. Крещённый уже получить мог, а Духа Святого не получили. Вы все ли знаете, что такое архиепископ Лука, воинный Сенесхия? Да. Врач. Его канонизировали. От него осталось наследие. Он строго следил, чтобы крещение было троекратное, полное. А которое мочёное, там, вот показывает там, патриарх вот так рукой, это не крещение. Он предупреждал, запрещал их этих священников. Я очищу, говорит, епархию свою от этих. И вот главное, кто виновники занесли оттуда, это Украина. Все годы они несли. Это архиепископ еще не Кипр говорил. И вот теперь мы видим, я ответил в интернете на это, за что это все сейчас постигает. Ни один не касается этой темы. А вы что, не грешите? У вас другие женщины. А я сказал, вы прислали сюда своих окатоличенных священников, и они здесь перестали крестить. Если не три погружения, ничего и нету. Нету. Вы найдите сегодня, где крестят правильно православные. Сектанты крестят, ну, опрокидывают на спину, это положение во гроб.
Апостол Павел говорит, мы крестились в смерть Иисуса Христа. Вот когда священник в воде, и человек подгибает ноги, Христос, как называется, когда дышать нечем было, поднимался от асфиксии. В таком состоянии умер. В таком состоянии мы умираем и воскресаем. Если этого нет, ничего нету. Начала еще не было. Первое, что нужно сделать человеку, первый шаг, отвергнись себя. Ты однажды возьми бумагу, сядь и напиши, кто я. И как с друзьями, как разговариваешь, как ешь, как пьешь, как спишь, как молишься. Ведь иногда у нас бывает так, через засыпает буквально через одну секунду. Это нормально? Бог толкнул, вот так голову поднимет. Я сходу даже одной секунды нету, опять засыпает, опять калачом. Это мы, у православных великое искусство спать стоя. Сидя это любое, а стоя попробуй. Был в храме, отстоял службу. Или там прослушал сказать. А что молился, и Бог услышал, этой радости-то у нас нету, это главная радость. Что у меня общение живое с Богом. И он отвечает на молитву. Этого человека помиловал. Никто не ожидал. Но это Бог делает. Не я. Она жалуется. Четверо детей. А муж ушел и там гуляет где-то. И уже второй год. Не кажется. Помолитесь. Так я еще буду. Помолитесь. И она вдруг пишет. Вечером пришел, лег на кровать и говорит, никуда не уйду. Да где я еще не пошел? Не прошел. Так люди-то как понимают? Тут у нас была одна сестра, подошла и говорит, вот такой обманщик оказался, замуж вышла. Мою маму, она старенькая, он ее урезал, она говорит, Поля, у тебя лучшего жениха не будет, выходи за него. Я вышла, а он такое творит, ну помолитесь, как-то бы... Я помолился, на второй день помер. Вторая подруга подходит, у меня тоже еще хиллер какой, что ли. Это Бог делает. Ей сказал и показал, теперь сама-то ты как, она вскоре тоже померла. Но мы должны дерзновенно добавлять, да будет воля твоя. Я не прошу здоровья, ну, Господи, охота послужить тебе еще. Но если можно, продли. Если можно, услыши молитвы. И вот здесь мы считаем это. Дальше прочитай чуть-чуть. Послали апостолов, и они помолились, и получили Духа Святого. Это к сектантам. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Вот и все. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев через... Ну, дальше понятно. Симон стал просить, вот, когда за крещение платят деньги, крещение недействительное. Запомните это. Это симония. Это уже не я говорю, патриарх Алексей II сказал. Это, говорит, настоящая симония. Что же вы делаете? Таинство не продается. Симон, это называется Симон, симония, от его имени пошло это все. Ну, как Иудин грех, все понимают, предатель. Так и здесь. А сколько таких у нас? Ведь они в алтаре. Где они зашли? В дверь они не могли войти. Они забрасывают туда свое учение, за ними перелазят сами инди. И при том, чем оправдываются? Ну, нельзя таким жестоким быть человеку. Придумали слово «экономия». Не «экономия», а «экономия». Не все знают это. «Экономия» – это послабление. Как только начинается пост, батюшки, в ноги падают, батюшка, не могу. Вот начинает перитонит, там какие названия не даст. Ну, перитонит, помрешь. Нет, батюшка, мне надо с курочкой, чтобы бульончик был. И он стоит уполномоченный по религиозным культам. Я подошел к нему, главный гонитель на весь Алтайский край. Я говорю, а как вы тут? Говорит, ну вот, я уверовал. А как поститесь? Ну, я батюшке сказал, а знакомый ему настоятель. И поэтому он сказал, отец Николай мне разрешил, я курочку, я великий пост. Ну, отец Николай не может законы составлять. Правило гласит, если нарушаешь пост, на 2 года отлучен. И вот это все Индия, это про нас говорится. Это все перелезло, как попало крестить, и которые попыты не крещеные. Дальше, 6-й Вселенский собор, по слову Божию, 14-15 правил, священники не раньше 30 лет. Не спать, не раньше 30. Правила не доказываются, постановление выполняй. А тут доказывают, ибо и Христос вышел на проповедь не раньше 30 лет. А здесь 17 лет священники рукополагают. Это, все это иди перелазят. Это православные лезут тут. Толпа целая. Мы должны это сказать. Это недействительное. Написано, если раньше 30 лет, да будет и извержен. Это не мои правила-то. Ну, теперь апостольские правила, другие устарели. Это священники говорят, открыто.
За 70 лет не было ни одной книги правил издано. Вообще не знают. И экономия, то есть, ну, нельзя таким жестоким быть. Ну маленько-то идет. Я гляжу, ты сестра постарела. Ну, что ты маленько подкрасила. Священник ей уговаривает сестру. Я послушал, который, да невероятно. Вероятно, мы из тех, которые лезут туда, наверное, самые многочисленные. А папа уж я не буду говорить там. Папа это в вопросах веры безгрешный. 83 года все еще скоблется. Смотреть даже противно. Противно, почему Давид их не стал смотреть. Идите в Иерихон и живите. Итак, 10 глава Евангелия от Иоанна нам сколько открывает сегодня? Вы когда будете считать, запомните. Я к этому, что говорю сегодня, я добирался много лет. И внезапно Бог показал мне на сегодняшний день. Гляжу, соединилось. Это дивное, божественное до проникновения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, слава во веки веков. Аминь.